Всех приветствую, извиняюсь за то, что не выпускал ролики. Коротко о том, как работает Civilware. Стенд призывает объекты, людей или животных, которые оставлены целью, брошены или по отношению к которым испытывается чувство вины. Предметы, люди и животные могут внезапно появиться откуда угодно. Из тени, из отражения в зеркале. Эти объекты прикрепляются к телу цели и перемещаются по нему, создавая тонкую мембрану, которая медленно поглощает их. Объекты, которые призвал Civilware, атакуют цель и пытаются слиться с ними. Призрак может также трансформироваться в мембрану. Он помимо того может нанести физический вред своей цели. Затем мембрана постепенно сжимается до тех пор, пока цель не будет раздавлена. Цель может пережить процесс и появится живой и здоровой после того, как была раздавлена мембраной. Как только цель вступает в контакт с объектом, они сразу же вспоминают, как и почему они пожертвовали им, или чувствуют вину за это. Способность очень мощная и может привести к призыву большому количеству объектов, если у цели много грехов. А также главная слабость Civilware — это вода. То есть, если пойдет дождь, то мембрана растворится. Если кто-то в радиусе Civilware будет убит, и его убийца почувствует малейшую вину за это, жертва вернется к жизни, и вина и жертвы пользователя появится, чтобы атаковать нападавшего. Возрожденная жертва становится неуязвимой к атакам убийца, поскольку он упорствует из-за вины, которую чувствует нападавший.